Я вспомнил сегодня снова, найдя пожелтевший том, как с бабушкой в воскресенье шел в молитвенный дом. Я так горячо молился, боясь спугнуть тишину. О, Господи, оживи мне хотя бы руку одну. А он меня не услышал, а он промолчал в ответ. Читал я охотно молитвы, теперь сказал бабушке нет. Я искренне даже пытался бабушку разубедить, а она тайком приходила меня перед сном крестить. А она тайком приходила меня перед сном крестить. Вздыхала, что я безбожник, что Бога совсем забыл. Когда же потом однажды ее паралич разбил, призывал я на помощь Бога, но вновь не услышал он. Я помню, как горько я плакал в день бабушкиных похорон. Я помню, как горько я плакал в день бабушкиных похорон. Теперь уже сам я читаю Евангелие и псалты, таинственные страницы, зачитанные тады. Я бабушке эту вот книгу читал главу за главой, но бабушки нету больше, ушла она в мир другой, но бабушки нету больше.